Здравствуйте. Доброй ночи вам. Я знаю, что время позднее. Доброй ночи, Женек. Здорово, Димчик. Здорово, Дим, дорогой. Я знаю, что время позднее. И людей будет немного, но будут... Мы же боремся за качество, правильно, а не за количество. Поэтому важно это понимать. А качество у нас потрясающее. В час ночи не будет миллиарда человек в эфире, но будет достаточно для того, чтобы мы с вами немножко пообщались. Время позднее, самое лучшее тут. Я согласен, я про это говорю. Меньше народу, больше кислорода, да. Бабоньки не спят. Люблю вас, мои золотые. Привет, Казанова. Казанова. Женечка, привет. Очень давно не слышались. Как ты в целом? Ты мудозвон. Валентин. Может быть. Может быть. Даже спорить не буду. Ты хотел оскорбить, а я с улыбкой ответил на твое оскорбление. О чем это говорит? О том, что мне похуй. Нет, Оксан, нет этого человека. Что там в Геленджике? Геленджик потрясающий город. Я Геленджик люблю. Все, что связано с Геленджиком, я люблю. Мне все нравится. Вы знаете, она, может быть, опять зависнет. Прям в глаза. Ты думаешь, что нас мало? Да думаю, что нет, учитывая, что час ночи, 150 человек. Я думаю, что самое то. Латвия, привет. Есть девушка, Жень? Ну, та девушка, с которой, которая со мной засыпает и просыпается, нет, ее нет. Почему не спишь? А ко мне приехал Денис, приехала его жена с подружками. И мы сидели, пока сделали блины, пока посидели. Это что такое? А ты что не спишь? Ко мне не пришел. Я к тебе не пришел? Ты без меня уснуть не можешь? Мультики не будем смотреть? Я прихожу и сразу спать ложусь. Правда? Ты что, без меня уснуть не можешь? Хорошо, иду. Ну, я предлагаю нам встретиться через 10 минут. Я за 10 минут ее укладываю. Пойдем. Со мной будешь спать. А с кем ты еще будешь спать? Только со мной. С ними не надо спать. Со мной будешь спать. Что, ты без меня уснуть не можешь? Нет. А вы говорите, Жень, что такое любовь? Любовь — это вот это вот. Понимаете? Вот это. Кто любовь? Ты моя любовь. Ты мое солнце. Ты мое солнце. Мое солнце. Нет, ты мое солнце. Мое солнце. Ты хочешь песню спеть? М? А что хочешь? Говори, чего ты? Ничего. Ты как красивая. Ты у меня самая красивая. Папа, что? Иди же. Нормально разговаривай, что? Так иди же. Пойдем с патоньки? Через 10 минут. Через 10 минут увидимся, хорошо? Ты что, уложу? Нет. Что нет? Так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Давай, пойдет, иди сюда. Садись со мной рядом. Я буду со мной спать. Я все время с тобой сплю. Ты же, ну никуда ты руку, боже, все мокро. Вот глазки разуй свои. У тебя же большие глазки. Как у папы глазки большие. Ты что, не видишь, что ли, ничего? Куда ты лезешь рукой? Ну не надо, не нужно.
Что ты скажешь ребятам? Ничего. Ну скажи доброй ночи. Не могу, я спать хочу. Ты не можешь выдавить из себя два слова? Mm-hmm. Спокойной ночи. Ну это же мои друзья. Я не могу. Пойдем спать? Да? Mm-hmm. Ребят, через 10 минут мы с вами увидимся. Хорошо? Нет, 10 минут не пойдет. Как? Что ты сюда вернешься? Как это не пойдешь, чтобы я вернулся? Я не хочу, чтобы ты сюда вернулся. Хорошо, буду с тобой спать. Ладно? Угу. Давай, пойдем. Давай, пойдем. 10 минут. Я все слышала. Что ты все слышала? Разговаривала. 10 минут, подождите. Прям. Я-то хочу с вами поговорить. У меня такой, знаете, ночной сюр. Вы же знаете меня. Ты любишь меня? Пойдем. Как малышку взять? Пойдем. Ой. Давай, поднимай сынушка. Все, через 10 минут.